Да, налево, направо. Направо, мне кажется, там есть что-то. Налево там спуск вниз. Блядь! Направо пизда стоит. Я и убил ее. Ой, толпа. Да, меч тоже охуенный. Толпа? Угу. Пытаюсь контролить их. Отлично. Пока этих говнюков синих жестких нет, этих пулеметчиков, огнеметчиков, все идет нормально. Ебать их нахуя, блядь. Так, у меня выносливость кончилась, надо отойти немножко. Меня кто-то тут сзади писал. Я просто пару урона пропустил. О, блядь! Ой-ой-ой. Блин, мы из узкого прохода вышли, честно, опасно, больно. У меня же есть граната, блядь. Тихо, отходи. Поздно! Черт. Их там осталось пару. Да нормально я сделался. Да их осталось там штук 5. Не знаю, я видел больше. Ну ладно, я, значит, передо мной... В моих глазах их было дохуище. Отлично, да? Крыса, крыса! Ассасин? Дай. Я ассасина крысы называю. Но они все крысы. Да. В теории, да. Да, кстати, у меня же есть. Ну-ка, отошли все. Ой. А куда ж ты ее хуйнул, блядь? Да, я ебал, что у меня крыса перед ебалом выскочит, блядь. Да ты гениальный, что ли. У тебя же тоже есть граната? Есть. Он же сам скинет. Ебать мясо, блядь. Точно так же. Где мы? Че не видать, блядь? Ну, мы справились, по-моему. Сзади? Ну, пидоры, блядь. Ботины улетели. Ебать, я рад вернуть свой старый добрый двуручный меч. Все ж пизду, я буду только им пользоваться. Просто, знаешь, это коса, косарь, кошу, блядь. Угу. Лес, лесник, сруб. Да. Где-то ассасин, что ли? Ай, кто меня блядь скинул? Ассасин тут был. Ты чё, меня внизу? Очень сильно бьют внизу. Иду! Я с потолка просто кому-то в голову прилетел, блядь. Я вижу, блядь, ну я ж не брошу бедного фу гнома внизу. Благодарю. Тут бомба есть еще? Ну, если хочешь, кинь. Ой, блядь. Да, надо бомбу. Дают во второй стороне. Кто упал, блядь? Бортец. Ох, блин. Слышь, прикрой меня. Я ультую. Спасибо. Поднимаю. Я поднял одного. А, ладно. Лучница второго подняла. Уху-ху-ху-ху. Ну, я валяюсь за огром. Угу. Козёл, блядь, да как ты посмел меня уронить? Иди. Вон там, смотри, что я нашел. Загубленное искусство. Я пока шел моба убивать, чтобы тебя спасти. Ну, видел его. Я его обнаружил, да? Ну. О, спасибо.
спасти. Бота. Блядь. Становится жарковато. Не люблю открытые места. Что ты ж туда не это. Аккуратнее, святой, ты вылетел, хуя. Ну, кстати, да. Ну, ты бы, наверное, зацепился. А там не факт. Так, ну, держи его, блядь. Сейчас я ему, блядь, пригоню. Ну, в общем-то, я его 3 раза уебал, блядь. А ты его добил. Ну, я ему 4 раза тоже ударил. Не, я его заряженный бью, она его с 4 тычек убивает. О, тут назад, 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 ребят. Не заставляйте меня бежать, как паровоз. Димон, он заприлетел. Отлично. В склепе это больше чего-то. Может? Кто-то толстый бежит. Чё-то земля аж трясется. Да. Разворачивай этот говноряд. Угу. Пойду танковать его. Ох, блядь. Это он мне все, блядь. Меня тоже прямо толкнул так. Так, у меня же есть зелье силы, чё? Давай. Его только, я его только со спины пробиваю. И в голову. Уф. Блядь. Прям под эту хуйню попал. Я кого-то из наших мог попасть. Когда его бьешь в спину. Крысы! Скавины! Проклятые уроды. Очень много крыс. Видим. А чё поделаешь? Сейчас загрызут. Я выжил, блядь. Сильнись. Ты где? Ты умер? Я нет, я с крысиков дерусь. С большой толстой группой я крыс. Я воскресил моб. Вот. Ай, блядь, меня пизданули! Нихуя себе, чё крыс-то так дохуя, а? Вообще козырь. Этого добили, нет? Добили, наконец-то. Молодец, что нормально ты его продамажил. А? Ты его бил? Нет, я крыс бил. Серьезно, я тоже крыс бил. Боты, что ли, его задамажили? Ну, я его пару раз проходя ударил, но не я его убил. Ебать, я чудом выжил, блядь. Да я тоже, мне баночку пришлось пропить. И мне, и вон, видишь, сколько мне хп. Так, давай куда-то в угол забьемся, а то сейчас будет шпок. Вот, смотри, склеп, давай. Нормальная тема. Отлично. Бьем дыра. Давай, стоим. Пошел отсюда. Не выходи. Я не выхожу. Хорошо, с собой биться. Блять, меня схватили! Меня вытащили! Это было. Ай, меня хватит. Меня хватанули! Меня тоже хватанули. Я его убил. Да дайте зайти, суки, блядь. Меня схват... Жизнесос! Жизнесос! У меня бомба есть. Заебали, твою мать. Торнадо нет. Крыса засосала. Смешно это выглядело. Сейчас меня засосет.
Я попытаюсь найти этого колдуна сразу, где он вообще, блядь. Я не вижу его, блядь. Я где тоже он? Не вижу его. А он есть. Я по крысику три раза промазал, ужас. Пойдем отсюда, блядь. Жуткое место, нахуй. Да. Нет, что-то прям хардкорная миссия. Из-за того, что их было много, я отхиливал себе хп, и поэтому не сдох, в общем-то, блядь. Ну, у меня, по сути, та же тема. Как они тебя захватили-то вот? Или меня захватили? Меня вытащили из хлеба, блядь. Да, тебя вот этим вытащили, причем как-то странно. Значит, ты подходил, потому что я этим щитком-то отталкивал. Нихуя, он прям выдернул меня оттуда, блядь. Жопа, блядь. Ты освободил? Нет, он далеко. У меня ульта откатилась, к счастью. Мы вдвоем, да? Да, еще один бот умер. У меня еще хилка осталась. А, у меня нет хилки. У меня бомба есть, да. Я бомбу использовал. Блять! Пока я смотрел в одного, где сзади. Чувак, извини. Секунду. Я продамажил. Мне пришлось утонуть и бомбу изнуть, чтобы тебя спасти. Ну, этого того стоило. У меня, кстати, тоже сейчас серый экран горит. Пулеметчик. Ага, вижу. Вилочник! Вилочник! Вилка! Боту дадим тогда. Да пусть забирает. Ну, Кирилле надо дать. Ой, тут жопа, давай иди сюда. Кирилл выпил. Ой. Блять, кто пиздит меня сзади-то, ебаный в рот. Не знаю, кто там, никого нет там. Там крысы были, вон они опять, ебаный в рот. Откуда они там, сверху что ли летят? Да, вон их там сколько, ебать. Ни хрена. Мне пизда, чувак. Похороните меня за плинтусом, нахуй. Обещаю. Не, это плохая позиция. Капец, тут много людей ползет. Ну знаешь то, что они сверху слазят, они не успевают ударить. Не, ну это поинтереснее. Вот все равно на воителей поинтереснее. Да. Вот. Где мой третий кореш еще вместе побегать? Но он на воителе сразу, тебе говорю, он присядет на пукан. Я тебе отвечаю. Мы когда ветерана включили, он такой, да ну нахер, давай больше не будем на нем играть. Инкарната вниз. Да чтоб этот домофон. Шел, прикрывай меня, брат, пожалуйста. Сейчас, я бомб кидаю. Я внизу, Шел. Иду. Блять, я ж бомбу кину, хули они не подохли, блядь. Ты вообще будешь двигаться сегодня, нет? Этого, блядь! А? Ты заебал, ты чё? Я тут! Я же говорю, домофон, чё? Да ебать, знаешь, что ты пиздец, блядь! Чё ты меня не мог прикрыть? Я прикрывал как мог, блядь! Я тебе верю! Он крючочек идет. Пулеметчик. Вот, блять, кто самая быстрая рука на диком саде? Ай, я попал в мопа обычного. Кто, кто? Твой скорострел. Не надо так. Я избожу багю. Короче, о, моя хилка. Твоя хилка. Ой, урод, блядь. Блядь, мне игра физит начал вообще не в тему, ебать. Че бы закрыть такое? Конечно же, хром, ебать. Ты посмотрел видосик, который тебе скидывал про SSD? Нет, а че там? Ну, ты до сих пор не хочешь на SSD приходить. Да мне похую на него не хочу. Ну ладно. Серьезно.
Так говорят все люди, которые ни разу не сидели на SSD-шнике. Ты на чем сидишь, брат, на SSD? На HDD. Ты на чем сидишь, брат? Ты old school, блядь. А ты на чем сидишь, на флешке? Любишь классику, ебать. Блядь. Не к добру вот эта ниша. Вот про эту арену я тебе говорил. Вот тут сейчас будет босс противный. Это сюжетный босс, Хребтолом. Убейте Хребтолома. Вот, он говорю, быстрый босс, вообще противный босс. Когда выйдет толпа, я попробую ультануть, выпить баночку и потом еще раз ультануть. Ебать, я ему в голову зарядил, блин. Так, я ультую, чтобы крыс на себя агрить. Он меня уебал, как не похуел. Так, у меня ульта закончилась. Как-то быстро. Не, он урон отлично впитывает. Так, второй раз ультую. Фух, заблокировал удар. Так, я на себе крючков держу, надо добить его. Заблокировал от него удар? Да. Я разберусь. Красавчик. Ебать, я чисто, пока вот устоял, я ему в одно ебало бил, кстати. Смотри, там две игральные косточки, кстати. Все, бегите. Как они туда залезли? А у меня, понял, не прогрузилась текстурка этой лестницы, там просто стена, и вы через нее прошли. Лихо мы его разобрали. Да. Я тебе хочу сказать, что я наношу прям очень большой урон в голову. Я его уебал единолично, у него так отлетело хп. Ну ништяк. Берем волыны. И отстреливаем жмыхов.